развития как бойца началась в первый раз, когда я пришел в зал. Это очень трудный процесс, которому нужно отдавать много сил и времени. Но результат оправдывает каждую каплю пота и каждое затраченное усилие. В этом году я стал чемпионом мира по самбо в тяжелом весе. Но эта победа не была бы такой весомой, если бы сборная России не забрала золото во всех весах. Подготовка происходит в штатном режиме. Тренируемся два раза в день, утром и вечером. Утром это, как правило, техника, борьба, бокс, ударка. Вечером спарринги. Получилось совмещение чемпионата мира и бои за пояс. Два ответственных старта. Ну, будем уповать на то, что Денис психологически устойчивый достаточно. Будем готовиться. По поводу поединка, здесь как бы неоднозначное мнение. С одной стороны легче, с другой стороны тяжелее. Для Дениса, в принципе, проще, когда длинные бои 5 по 5. А с другой стороны, Салимгерей Расулов достаточно тяжелый спортсмен. Большой, крепкий парень, хорошо борющийся, но это тяжелая весовая категория. Денис, в принципе, всегда был недовеском в тяжелой категории. Вот. Вполне возможно, что это как-то может повлиять. Ставку на вес мы не делаем, мы делаем на функционалку, скорость, силу, умение. Шансы равны. В ACB не бывает, ну, как бы проходных боев и проходных спортсменов. Все покажет бой. Так что приглашаем всех на турнир ACB, который состоится 18 декабря в Санкт-Петербурге. Приходите поболеть. В этом году последней моей целью является чемпионский пояс ACB. А дальше следующий год и, соответственно, новая вершина. Сейчас мы находимся около моего любимого храма. Я здесь не так часто бываю, к сожалению, но перед боями обязательно стараюсь зайти сюда, попасть на службу. Для меня это очень важно, помогать мне морально и духовно. Я узнал, что к нам в Питер приехал боец UFC Никита Крылов. Я подумал, что это хороший повод обменяться опытом перед предстоящими боями и мне, и ему. И приехал к нему в зал сразу же, чтобы распринтоваться, побороться, поработать. С Денисом мы познакомились уже непосредственно по моему приезду в Питер. Как-то это все так буквально спонтанно произошло, но отличный душевный парень. Мы в первый день сходили в баню. Парились, пообщались. Когда побывал с ним на тренировке, увидел, что он довольно пластичный, быстрый и, что удивительно, для тяжа. Ну, то есть он с такой, со скоростью хорошего полутяжеловеса. Как бы, я думаю, у него огромное будущее в тяжелом дивизионе. И пока не вижу никого, кто бы ему, ну, как минимум на горизонте у него, кто мог бы ему доставить проблем. И желаем ему, естественно, только удачи, успехи в дальнейшей карьере. И теперь, после нашего знакомства, буду только сильнее за него топить. Я не раз это говорил, но обещать победу или поражение своего соперника – это глупо. Но даю слово, что в клетке я отдам все свои силы, чтобы получить то, к чему так долго шел. Декабря вы увидите мою новую улучшенную версию. Приходите поддержать, поболеть, а я вас не разочарую. Салимгерей Расулов, боец тяжелого веса, чемпион абсолютной весовой категории Лиги ACB.
В Лиге АСБ он не потерпел ни одного поражения. Это уже пятый бой на его счету. Грядущий декабрьский бой, защита пояса против санкт-петербургского бойца Дениса Гольцова. Десятилетним мальчиком, 9-10 лет был, когда он первый раз пришел к нам в зал. С детства Салимгерей был такой крупным парнем, шустрым таким. Начинал он, когда мы постоянно его выставляли на соревнования по ушу санда, в основном он другим видом тоже выставлялся тогда. Но в основном он по ушу санда, занимаясь у меня, он добился всех результатов, которые можно было бы добиться. В детстве он постоянно всегда выступал с более взрослыми ребятами, так как маленький по возрасту был маленьким, а вес у него всегда был большой. И когда выставляли, мы его всегда выставляли в тяжелом весе. С детства выигрывал, почти многие соревнования выиграл нокаутом. Бороться сейчас тоже не любит он, и раньше точно не любил особо бороться. И у него в основном ударная техника была хорошо поставлена. Когда он готовый, он никому не проигрывает, никогда. Мы после боя сразу с ребятами, которые меня секундировали, с менеджером, со всеми, короче, я решил отдохнуть, и сразу мы поехали в Таиланд. Пару дней отдохнул, и сразу мы начали тренироваться. Медленно так, восстановительные сборы, можно сказать, месяц провели в Таиланде на острове Пхукет. Тренировались в АК, и через месяц я приехал домой, и у нас через некоторое время был ураза месяц я держал уразу, пост, и сразу чемпионат России по рукопашным боям. И после рукопашного боя, во время соревнований, я получил травму, сломал ребро, и месяц-два отдыхал, можно сказать, лечил травму, и после этого решался, когда бой будет. И вот ACB захотелось на юбилейном турнире подраться, и решил на ACB 50 подраться. Это будет соперничество, опять-таки, с санкт-петербургской школы и дагестанской. Опять-таки, можно сравнивать и с самбистской, и ударной, и какой угодно школы, какой угодно базы. Результат выяснится только на декабрьском турнире ACB 50, на юбилейном. Предстоит хорошая битва, это главный бой вечера. И мы с полной ответственностью можем сказать, что Салимгерей все сделал для того, чтобы в полной форме подойти к этому бою, выиграв недавно чемпионат Дагестана по боевому самбо. Также и Денис Гольцов выиграл чемпионат мира. Ну, в принципе, это, я считаю, равным уровнем, что чемпионат Дагестана, что чемпионат мира – это один и тот же уровень. Даже порой на Дагестане намного тяжелее выйти в финал, выйти в призы даже. Так что нас ждет хороший бой. Денис – очень серьезный соперник, который занимает лидирующие строчки в мировом рейтинге и в российском рейтинге. Если его сдвинуть с этих позиций, то Салимгерей заработает.
могу выиграть. Гольцов, я могу сказать, что высококлассный боец, разносторонний. Последние бои ему все, можно сказать, хорошо выиграл. Уважаю этого человека, его тренера. И достойный для меня соперник, можно сказать, самый сильный в моей карьере. Из-за этого это еще больше мотивирует мне этот бой. Перед боем я думаю о семье своей и благополучии моей семьи. Хочется расстраивать семью, родину. Хочется показать классный бой и думаю, нормально сюда. Добрый вечер, уважаемые слушатели. На улице минус 2, но это не повод сидеть дома. Через несколько часов юбилейный турнир ACB50 в Сибур-арене. Наш петербуржец Денис Гольцов встретится в главном поединке за пояс Алимгирея Расулова. Приходи и поддержи своего. Есть напряжение. Моральная, да, что ответственность у себя в родном городе. А с другой стороны, если, дай бог, получится одержать победу, то это, конечно, тройной плюс. Для меня, как и для бойца, все в родном городе одержать победу. У меня сегодня состоится первый титульный бой. Я не ожидал, что он пройдет в Петербурге. Но это как и плюс, так и минус. Естественно, давит немножко ответственность. Но одержав победу в своем родном городе, это для меня, конечно, огромный плюс. Я к этому шел всю жизнь и готовился, как и всегда, очень упорно. Нужно показать максимальный результат и понять, где мой предел. Но при этом... А что при этом, мы узнаем чуть позже. Сначала Александр Загорский. Дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов смешанных боев во всем мире. В прямом эфире с Сибур-арены города Санкт-Петербурга главный бой вечера грандиозного турнира Ladies and gentlemen in attendance, and millions of fans around the world, live from Sibur Arena of St. Petersburg,
the main event of the evening of the great tournament, Storm Breeder. Представляю вам соперников и первым президента в синем углу. Introducing first, fighting fighter out of the blue corner, the challenger. Бойцу 26 лет. Рост 195 сантиметров, вес 108 килограммов ровно. 26 years old, he stands 195 centimeters tall, official weight 108 kilograms silver. Его профессиональный рекорд 22 боя, 18 побед, 4 поражения. His professional record 22 bouts, 18 victories and 4 losses. Его стиль боевое самбо, his style is combat samba. Дамы и господа, из Санкт-Петербурга, Денис Гонцов! Народный его соперник, красному углу клетки, обладатель чемпионского пояса. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner, the champion. Бойцу 30 лет. Рост 182 сантиметра, вес 120 килограммов ровно. 30 years old, he stands 182 centimeters tall, official weight 120 kilograms even. Его профессиональный рекорд 21 бой, 15 побед при 6 поражениях. His professional record 21 bouts, 15 victories and 6 losses. Его стиль – рукопашный бой. His style – hand-to-hand fight. Дамы и господа! Из Хасавюрта, обладатель чемпионского пояса, Салим Гири, Гунтенский танк, Расулов! And give an instruction from Reverend Judge. Hey, you know, this time the rules are fundamental. Listen at all times, keep yourself protected. When I say stop, you stop. Want to touch gloves? Do we know? Let's do this. Итак, антропометрика и биометрика бойцов на ваших экранах. Преимущество в росте значительное у Дениса Гольцова. Он 1.95 м на 13 сантиметров ниже Салимгерей Расулов. Ну и возраст на 4 года моложе Денис Гольцов. Начинается первый раунд. Я думаю, что легко различать бойцов. Денис Гольцов выше ростом, занял центр октагона. Ярко выраженный такой зрелищный мастер одноударных нокаутов. Если вы внимательно смотрите наши трансляции, вы наверняка Дениса запомнили, когда он нокаутировал ударом с ноги в голову американца Пола Буэнтелла. Я думаю, что как раз его манера предполагает много работы ногами. Не так ли, коллега? Да, конечно. Вот, пару дней назад была передача про него, где он показывал для одного канала в интернете пособие по работе ногами, да, то есть он очень хороший каратист, ударник. И я думаю, мы сегодня увидим именно, ну, это мое предположение, что сегодня работа будет заточена именно под удары ногами. Потому как лезть, бороться с Алимгиреем, который тяжелее. Который значительно тяжелее, не просто, а значительно тяжелее, Денису нежелательно. В общем, Дениса должны кормить ноги в данном случае. Да, и он выше. Конечности длиннее. Держать на дистанции. Но хорошо попадает в корпус. Салимгерей пробивает. Ух! И на выходе из такого короткого клинча навстречу еще раз ударил Расулов. Запланировано 5 раундов. Денис Гольцов в качестве претендента. Салимгерей Расулов является чемпионом ACB в тяжелом весе. Хорошо джебом достает. Там, по-моему, капа, ну, да? Да, выпало? Капа выпала, да, от удара джебом Дениса Гольцова. И Денису, мне кажется, нужно к джебу что-то еще добавлять. Либо ну, удар ногу, с ноги, ногу, да? Надо добавлять, конечно, ногу по корпусу, либо в голову. Классическая двойка, рука, нога. Нет, я понимаю, что прекрасно он все это знает. Ну вот хотелось бы это, конечно, увидеть, эту работу ударную. Хорошо лоу-киком достается Алимгерей. И спортсмены ни тот, ни другой не торопятся обострять ситуацию, потому как вес крайне большой, да, и тут любой момент может закончить.
выступление. Да, один удар может решить исход поединка. Там, или решить, или перевернуть вообще. Подавливает, старается первым номером работать Денис Гольцов. Обменялись встречами. Ну, на самом деле, дистанция это такая, не сказать, что дальняя. Средняя дистанция. Хороший джеб у Гольцова. Достает он сейчас Расулова. Но вот одиночные удары, наверное, нужно добавлять. Надо развивать, конечно, эту атаку, да. Опять джебом попадает Денис Гольцов. Нужно добавлять к джебу. Или действительно ногу, или классическая двойка леви-прави. Надо пробовать, надо рискнуть Денису пойти вперед, потому как достает и тут же хорошо оттягивается. Да, идти вперед, причем идти с ударами. Желательно вообще, идеальный вариант вообще с серии ударов. Но вот сейчас огрызнулся. На скачке цепляет, да, по защите Салимгерей. Снова джеб проходит, еще один. Но мне кажется, попробовать по корпусу побить с ноги Гольцову было бы очень даже, наверное, ну, интересно. Не обязательно даже с ноги. Да, я думаю, его тяжелый джеб тоже бы зашел в корпус. Вот про такой джеб говорили раньше, про джеб того же, например, Владимира Кличко. Это профессиональный бокс, у него жесткий джеб. Или рельса-джеб, или бревна-джеб. Действительно, тяжелый джеб у Дениса Гольцова, Ушира. Хороший Ушира в живот заходит. Ну вот, попытка перевести ситуацию в партер от Салимгерей Расулова. Клинч в стойке. Денису в партер, я думаю, не хочется совершенно. Да и не надо. А вот здесь можно попытаться подсечь Гольцова Салимгерею Расулову, но достаточно узко стоит. Ноги узко стоят у Гольцова, да. Ноги стоят узко, и можно было бы попытаться. Ну вот, а заканчивая тему про джеб, ну, это редко, на самом деле, когда бьет с двух ног, да? Так, смотрите, все же... А тем временем бросает зацепом Денис Гольцов, но тут же контрит и переворачивает, забираясь. Да, и у нас... Гард, и у нас заканчивается первый раунд. Ну, Денис, кстати, был спокоен, он там сразу же связал соперника. Итак, ждем второго раунда. Итак, у нас второй раунд. Денис Гольцов против Салимгерея Расулова. Бой за титул чемпиона ACB в тяжелом весе. Вот сейчас пару свингов выбросил Салимгерей Расулов. В предыдущем раунде он, ну, напропускал большое количество джебов. Тяжелых джебов. Тяжелых джебов от Дениса Гольцова. Ну, я думаю, Денис сейчас, ну, это мое предположение, получил наставление о том, что надо развивать эту атаку. В первом раунде он прочувствовал, не то чтобы ничего не делал, а именно вот надо было ему почувствовать, пройдет ли сокращение этой дистанции через джеб. И оно все, я думаю, прошло все как надо. И сейчас вот он подавливает. Заготовленные атаки хорошо, но скользом попадает, да, Салимгерей. Проходит у него правый свинг. Ну, очередной джеб пропускает он. Да, ну вот как раз работа маленького бойца против высокого в стойке. Здесь нужно выбрасывать свинги. Что касается Дениса Гольцова, да, на джебе держать соперника и двигаться на ногах, постоянно закручивать.
И, оп, хорошо, вот сейчас на опережение поработал Гольцов. Но мало, одного джеба мало. Нет, ну может у него расчет, конечно, что за 5 раундов он этих джебов насует столько, что просто кончится бензин уже у Расулова. То есть растыкает Расулова джебом, но хороший. Что мы увидим Кличко в ММА. Да. Ну а Расулу, конечно, надо начинать с корпуса работать, подходить, потому что ну, на руках с дистанции, ну, уже, я думаю, все поняли, что. Ну, преимущество у Гольцова, конечно. Определенное. Ну, либо отвлекать свингами Гольцова и затем пытаться проходить в ноги. И еще плюс у Гольцова в том, что он не стоит на месте, он постоянно пробил, ушел, пробил, да, сместился, да, да, ушел. Да. Да. То есть он хорошо работает ногами, да. Если бы он стоял, тогда бы Расулову было проще подойти к нему. Но пока с функцией полный порядок, у нас первая половина. Ну, практически бокс мы с вами смотрим. Душа моя радуется. Вот, но партер не исключен, конечно же. Да, давайте вспомним предыдущий бой, когда ничто не предвещало и все закончилось. Так, неожиданно. Как закончилось, да. Ну вот хотелось бы, да, увидеть уже правую руку или, да, правую ногу. Вот то самое, вот та самая двойка, про которую я говорю, что, да, рука и ногу добавить надо бы. Ну перевести ее в уровень. Вот, хорошее, тяжелое попадание. Тело. Боковым. Вот-вот надо добавлять вот эту ногу. Ну, практически все Расулов сопернику позволяет, если уже называть вещи своими именами. Но вот здесь, да. Огрызнулся, полетел вперед, попал вскользь одним ударом. Хорошее колено тяжелое оставляет в корпус Денис Гольцов и тут же разрывает дистанцию с Алимгирей, да. Ну, средняя, дальняя, здесь все получается у Дениса Гольцова. А вот этот свинг он увидел. Вперед иди, призывает Алимгирей Расулова его угол. Да, ему надо определенно уже идти вперед, потому как полтора раунда прошедших он просто ждет и получает джебы в лицо. Получает не просто джебы, а очень тяжелые джебы. Да. Так, вот шанс для Алимгирея Расулова. Гольцову нужно вязать. Ошибся мастить. Гольцов, да, и подскользнулся, упал и сразу в гард перешел Алимгирей, но есть ли силы? И у нас последняя минута раунда. Гольцов будет вязать однозначно. Но есть ли силы, да, у Алимгирея развивать какую-то атаку? Готов ли он к работе в партере? Сможет ли он вытащить руки, выпрямить спину и побить сверху? Вопрос вопросов. Ну, а Гольцов спокойно все держит под контролем, даже находясь снизу. Да, вяжет он. А руки длиннее у Гольцова, у него длиннее рычаги, да, и он очень, как бы, ему комфортно вот так взять, вязать. Ну, насчет комфортно я бы не сказал в таком положении, ну, снизу. Ну, имеется в виду, что, я имею в виду, что ему удается это делать. За счет того, что у него руки длиннее. Ну что это, он сейчас контролирует ситуацию, даже находясь снизу, а не с Алимгирей. Да, у нас заканчивается второй раунд. Все спокойно, все под контролем у Дениса Гольцова. Забрал этот раунд Денис Гольцов. И нужно что-то кардинально менять в тактике. Сергей Харитонов на ваш.
Итак, у нас третий раунд. Денис Гольцов, Салимгерей Расулов. Бой за звание чемпиона ACB в тяжелом весе. Весовая категория свыше 93 килограммов. Денис Гольцов в перчатке с синим скотчем. Очень хорошо работает джебом. Он претендент. Салимгерей Расулов чемпион. И пока что ничего не может он противопоставить длинному тяжелому джебу Дениса Гольцова. Другое дело, что хотелось бы, наверное, поклонникам Дениса, чтобы он к джебу добавлял правый боковой или правый прямой, правый через руку, или пробивал, завершал комбинацию ударами с ноги. Ну вот в очередной раз вот хочу заметить, что дистанция это не дальняя. Денис работает со средней дистанции, каждый раз ее сближая, и непонятно, почему дает подходить к себе Салимгерей Расулов-то. С этой дистанции он уже сам может доставать. Ну вот вопрос, почему не работает. Опасается пропустить, наверное, на опережение, мне кажется. Опа, вот неплохо, Денис Гольцов. Вот она, да, хай-кик. Хай-кик именно таким нокаутировал Пола Буантелло. Еще один тяжеленный джеб залетает. Очень тяжело бьет Денис Гольцов. Но он практически бьет. Он практически бьет на выбор, и Расулов ему позволяет. Позволяет практически все. Другое дело, что третий раунд еще запланировано два, но посмотрим. Ну не стоять Денису, конечно, надо, если он хочет досрочно закончить, надо идти вперед, поддавить и просто больше бить ударов, больше выбрасывать. Побить руками, и при условии, что это проходит, это заходит. И хороший еще один джеб. Ну, Денису нужно так постепенно темп взвинчивать, мне кажется. Он уж слишком наверняка действует, слишком прагматично. Ну да, Денис никуда не спешит, Гольцов. Да-да-да. И тратит силы, кстати, Расулов даже вот, ну, грубо говоря, когда не работает сам, все равно вот это давление, оно сказывается. Ну, у меня ощущение такое, что потихонечку бой начинает приобретать односторонний характер. Не то чтобы уж прям явно, но пока что ничего не может противопоставить джебу Гольцова Салимгерей Расулов. И тоннаж пропущенных ударов постепенно тоже начинает сказываться. Но вот прикормил, что называется, Гольцов джебом Расулова. И вот сейчас начал добавлять ноги. Да, хорошая малаша была по защите, но тем не менее. Это очень тяжелый удар, да. Нога сама по себе тяжелая. Ее надо только направить в нужное место. Она там все сделает. Вот бить надо, вот средняя дистанция. И Денис попадает. Но почему не бьет-то? Ну вот там огрызнулся сейчас Салимгерей Расулов. Хорошо от Гольцова, но вот здесь клинч. И в клинче шансы у Расулова могут быть. Расулову нужно переводить в партер ситуацию однозначно. Потому что в стойке, ну, вы все сами видите, дорогие друзья. В стойке он просто перебит уже Гольцова. Пошире нужно расставить ноги Гольцову во избежание броска. Соответственно, Салимгерей Расулов. Нужно ему выдергивать Гольцова. Но вот здесь так нависает Денис над соперником, вспоминая, да, про Владимира Кличко. Опять-таки. Владимир Кличко. Чем-то схожа манера работы. Да. Владимир Кличко мастер клинча, кстати. Вот. Может, в свое время у него бы хорошо получилось. Да. В смешанных единоборствах. Но у нас. Ну, это уже совсем другая история. Другая история. У нас заканчивается третий раунд. И, по-моему, предупреждение. Устное предупреждение бойцов. А вот сейчас бы с разворота ногу правую бы включить Гольцову. Было бы здорово. Да, Ушира бы зашла в печень. Уже изо всех сил орут из угла Салимгерея Расулова, призывая его к активным действиям, да. Но пропускает он джеб в концовке. Ничего не может Салимгерей сделать с высоким, длинноруким и жестким соперником. Три раунда позади.
Итак, у нас сейчас начнется 4-й раунд. Салимгерей Расулов, Денис Гольцов. Бой за титул чемпиона ACB. В тяжелом весе, весовая категория свыше 93 килограммов. Пока что тотальное преимущество Дениса Гольцова в этом поединке. Джеб решает. Ну и два или три раза плотно приложился хай-киком Гольцов по сопернику. У нас небольшая пауза возникла. Техническая заминка. Да, техническая заминка. Напомним, Денис Гольцов претендент. И Салимгерей Расулов в качестве чемпиона сегодня. Ну, бьется. Техническая пауза, конечно, определенно на руку Салимгерею Расулову. Да-да-да. Потому что, ну, потратил он сил достаточное количество. Сразу же два джеба он пропускает, Салимгерей Расулов, и отвечает лоу-киком. Ну, так тяжеловато на ногах, мягко говоря, Салимгерей Расулов. Да, стоит на месте, то есть он этот джеб видит, но при этом оттягивает только голову назад, на ногах никак не смещаясь ни вправо, ни влево, не уходит он от этого удара. Да, ну и не работает корпусом, и голова у него в статике. И за счет длины рук Денис спокойно с шагом достает. По защите. Да, у Гольцова руки на месте. Ну вот сейчас начал пытаться обозначать как бы подобие джеба Расулов. Но рука низковата у него, левая. И здесь как бы через руку правой. Ну промеж рук просто заходит джеб. Да, можно джеб и вот то, о чем мы говорили, джеб и добавлять к джебу что-то. Или хай-кик, или правый боковой. Но вот здесь не достал Денис джебом соперника. А вот теперь достал. Расулов пускает Гольцова на дистанцию, но при этом сам, ну, практически ничего не делает. Вот да, на своей же дистанции, да, не работает. Был всплеск активности, кратковременный у Салимгерея. Лоу-кик навстречу. Попытался цапнуть левым крюком Гольцова. Расулов не достал. Но уже лоу-кик. Хороший, плотный лоу-кик каждый раз ложится от Салимгерея. То есть хоть что-то. Да, но этого лоу-кика недостаточно, конечно, чтобы остановить Дениса. Денис взял паузу. Ну, можно попытаться сократить дистанцию, мне кажется, Гольцова, причем с ударом. Подскочить. Ну и пробить уже элементарно двойку. Да. Руками, которая зайдет, ну, на 99%. Вероятность того, что она зайдет. Ну вот, правый свинг и лоу-кик от Расулова. Зал начинает поддерживать, гнать бойцов вперед. Денис. Вот хороший лоу-кик справа от Гольцова. Продолжает поджимать Денис Гольцов. Действительно, никуда не торопится, с чувством, с толком, с расстановкой действует. Мучает он своего соперника. Вот хорошо попадает. Ну, надо, повело, конечно, повело развить сейчас атаку, да, надо повело заканчивать. Повело Расулова. Уже конкретная гематома под глазом. Хорошее колено. Ну, там, по-моему, illegal punch, то есть запрещенный был удар, да, насколько я понял. Там извинился Гольцов. Да. Минута остается до конца 4-го, предпоследнего раунда. Это,
это очень много времени у Дениса Гольцова, на самом деле, для того, чтобы попытаться завершить поединок досрочно, если он будет к этому стремиться. Ну, очень прагматично работает Гольцов. Эффективно, да, но очень прагматично. Хотя, с другой стороны, да, друзья, это тяжелый вес, цена одного удара. И, не дай бог, для Дениса Гольцова попадет Салимгерей Расулов. Точно, жестко, плотно, и там уже могут быть варианты. Соответственно, для Салимгерея нужно рисковать. По очкам он поединок, но ну, шансы еще проигрывает. Есть. Шансы есть всегда. Да, но по очкам раунды Гольцов, ну, начиная даже с первого, ну, забирает. Да, и четвертый не исключение. 4-0 по раундам в пользу Дениса. Тут даже без вариантов. Это наш подсчет. Как там считают судьи, конечно, неизвестно. Да, но мы, пользуясь, так сказать, возможностью высказать свое мнение в прямом эфире, собственно, это и делаем. Да, мнение субъективное, но тем не менее. Мы его не навязываем, просто... Делимся. Делимся, да, и мы видим так, как мы видим. Но у нас заключительный перерыв сегодняшнего... Заключительного боя сегодняшнего вечера. Главное событие — юбилейный турнир ACP 50-й. 4 титульных поединка, прямая трансляция из Санкт-Петербурга на телеканале Бокс ТВ. Денис Гольцов. Санкт-Петербуржец, кстати, в родных стенах бьется. Я думаю, для него принципиально выйдет. Да, и зал поддерживает. Я думаю, очень много друзей, знакомых пришли поддержать Дениса. Но вот не просто сейчас я уверен не только Денису Гольцову, но, конечно же, его сопернику Салимгерею Расулову, который напропускал уже за 4 раунда изрядное количество тяжелых ударов. В основном это были джебы, но вот в конце 4-го раунда попал хорошо хайкиком в голову Денис, и у нас 5-й раунд. Да, заключительный раунд сегодняшнего вечера. Снова с джеба начинает Денис Гольцов, попадает и встречает его лоу-киком Салимгерей. Ну вот эти лоу-кики, идея-то хорошая, но я не думаю, что отсушил ногу Гольцову. Нет, Гольцову. Он спокойно двигается, да, Денис. Вот, пошелся, опа! Ну, взорвался хорошо Расулов, обострил наконец-то сам. Вечер перестал быть томным. Ну, надо продолжать, надо развивать атаку, потому что этой вспышки недостаточно. Он, может быть, боится пропустить навстречу Салимгерей Расулов, потому что открывается он, когда идет вперед, открывается. И есть шанс у Дениса Гольцова здесь попасть. Просто наверняка хочет разыграть ситуацию Гольцов. Ну, понятно. Он лишний раз рисковать не будет. Хороший джеб опять. Здесь можно было бы опять-таки добавить что-то к нему. Подавливает Денис Гольцов. Старается продолжать работать первым номером. Опять заходит джеб. Уже так опущенные, откровенно, руки у Салимгерея Расулова. Бэкфист его исполнений по защите. Еще один джеб пропускает. Отвечает лоу-киком, но уже выкупил эту ситуацию Денис Гольцов и уже защищается от этого. Да, прочувствовал тот момент, когда бьет лоу-кик Расулов. Интересно потом посмотреть статистику, сколько было выброшено джебов. Опа! Вот тут поймал, кстати, хорошим правым свингом Расулов Гольцова. Гольцов показал, что удар держать умеет. Дернулась у него голова, но... Ну, это звоночек. Устоял он. Это звоночек, да. Потому что расслабляться не стоит. Ни в коем случае. Времени еще более чем достаточно, еще полраунда, да. И это тяжелый вес. Как мы уже говорили, один удар может
поменять ситуацию в корне в октагоне. Вот хорошо с ноги, тут же добавил джеб. Хороший хайчик. Добавляет правый прямой Денис Гольцов. И снова джеб. Еще один хайкик в исполнении Дениса. Попытка Расулова перевести ситуацию в партер. Но это скорее спасение, спасение от пропущенных, да, хайкиков. Да. Вставляет Гольцов в колено. Ну, я думаю, Денису здесь поработать холодильником можно, в принципе, в этом клинче, да. Если же он такой прагматик. И сопернику станет быстрее. Да, уже сил практически нету. Да, очень тяжело дышит Салимгерей Расулов для того, чтобы перевести бой в партер. Я думаю, сейчас рефери закончится тем, что разведет их. Да, скорее всего. В стойку. Денис так уже откровенно просто навалился на Расулова и все. Пытается поступным работать Расулов, но не часто. Тем временем остается минута, которая играет на Дениса Гольцова. И в стойку разводит обратно рефери Бойцов. И все эти перерывы, разводы в стойку, это вот еще минус 10 секунд, что все ближе и ближе к чемпионскому титулу, да, Дениса Гольцова. Все, зал уже кричит во весь голос Денис, Денис. Ну, часть зала кричит Салим, Салим. Посмотрим. Хорошо, правый. Да. Прямой достает до головы. Денис Гольцов. И еще один джеб. Очень-очень наверняка работает Денис Гольцов. Где-то, может быть, перестраховывается даже. Но и правильно, потому что все равно опасен Расулов. Ну, а теперь уже не опасен. Поединок закончился, и мы ждем судейского решения. Ну, я думаю, можно, ну, реально смотреть на вещи и поздравить Дениса Гольцова. Я его поздравлю, когда будет объявлено судейское решение. В любом случае, он очень хорошо провел поединок. Обратимся к судейским закискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. Итак, слушаем. Судья номер один. Решение. 49-46. Judge 1, 49-46. Судья номер два. 50-45. Judge 2, 52-45. И судья три. 48-47. Judge 3, 48-47. Единогласным решением судей. Одержал победу. Your winner by unanimous decision. И новый чемпион Лиги ACB в тяжелом весе Денис Гольцов. Вот, кстати, нужно отметить, что
Достаточно щедро посчитали судьи, даже двое где-то увидели раунды успешные, да, для Салимгерея Расулова. Поздравляем Дениса Гольцова.